Ножной насос «Браво» объемом 5 литров предназначен для надувания лодок, матрасов, игрушек и других надувных изделий. Насос представляет собой простую и надежную конструкцию, состоящую из двух пластиковых панелей и мехов из армированной ткани ПВХ. В верхнюю панель встроены впускной и выпускной клапаны с резьбовыми отверстиями, отмечены как IN и OUT соответственно. Воздушный шланг присоединяется к тому или иному отверстию, в зависимости от того, требуется ли нагнетать или откачивать воздух. Масса насоса 750 граммов. Максимальное развиваемое давление зависит в большей части от массы накачивающего и в среднем составляет 250-350 миллибар, что достаточно для большинства надувных изделий. По мере повышения давления в изделии возникает сопротивление накачиванию. Внимание! Нельзя накачивать воздух, прыгая на насос всей массой тела. Это может способствовать выходу насоса из строя. Нагнетать воздух следует энергичными, но не резкими движениями. В комплекте идет набор стандартных переходников под клапаны разного типа. Кроме того, мы всегда комплектуем насос коннектору для клапана Голубева, который является самым популярным клапаном для надувных изделий.